Друзья мои, всем привет! Если вы устали от обычных каш, давайте приготовим яркую, солнечную, вкусную поленту с обжаренными овощами. Идеальный гарнир, полноценный обед или ужин. Для блюда нам понадобится 200 грамм крупы полента, 1 баклажан, 1 болгарский перец, 2 спелых томата, 1 репчатый лук, 2 зубчика чеснока, 100 грамм томатной пасты, 20 грамм сливочного масла и 1 столовая ложка оливкового масла для жарки. А также понадобится соль и свежемолотый черный перец. Литр воды доводим до кипения. Высыпаем в нее 200 грамм крупы полента. Добавляем сливочное масло и солим по вкусу. Убавляем огонь до минимального и варим нашу крупу, постоянно помешивая при этом. Должна получиться вот такая вот густая каша. Болгарский перец, томаты и баклажан нарезаем кубиками. В глубокой сковороде разогреваем оливковое масло и отправляем туда нарезанные овощи. Болгарский перец, томат и баклажан. Перемешиваем и обжариваем в течение 5 минут. Измельчаем репчатый лук и чеснок. Отправляем лук с чесноком на сковородку к овощам. Добавляем по своему вкусу соль и свежемолотый черный перец. И также добавляем туда томатную пасту. Все хорошенько перемешиваем и тушим на сковородке еще 5 минут. Вот и все, наше очень вкусное, полезное и сытное блюдо готово. Это отличное полноценное блюдо на обед или ужин. Прекрасный гарнир к любому виду мяса или даже к рыбке. Чтобы сделать блюдо еще вкуснее и полезнее, вы можете посыпать его кедровыми орешками, тыквенными семечками или украсить свежей зеленью. Я желаю вам приятного аппетита, друзья, и если вам понравился рецепт, буду благодарна за лайк либо комментарий. Подписывайтесь на мой канал и давайте готовить вместе. Быстро, вкусно и просто. Всех обнимаю, целую. Всем пока!